День рождения двух хороших людей. Поздравьте их песней. Все бывает в этой жизни, радость и печали. Главное, мой друг, не кисни, не расставайся с мечтами. После черной полосы наступает белая, а ну не вешаем носы. Дальше жизнь веселая, а жизнь продолжается. С улыбкой встречай новый день, и ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана, на каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. Жизнь у каждого своя, делай вывод, иди. Да порой она сложна, и вечное всегда храни. Настоящим надо быть, не разменивай себя, не существовать, а жить. Всем сердцем эту жизнь любя, а жизнь продолжается. С улыбкой встречай новый день, и ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана на каждый миг, ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. А жизнь продолжается, с улыбкой встречай новый день. И ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана на каждый миг, ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. Даже если она трудна, твори добро и люби. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Была бы жена рядом, она сказала бы браво. Браво. Это ваша песня, ваши слова? Нет. Это поет Екатерина Ростовцева. Поет. Российская исполнительница. Можете в интернете найти. Но вы, я думаю, ее не подвели. Называется песня «Жизнь продолжается». Ну, я говорю, вы ее не подвели. Она сказала тоже браво. Да. Пожелайте моим встречным людям, у которых было день рождения, хорошего. Я желаю вам в этот день рождения принять Христа как Спасителя своего, отвратиться от грехов, исследовать Библию и покаяться, чтобы жить вечно на небесах. Потому что все люди, которые грешат, они идут в ад. Но Бог не желает смерти грешнику. Он умер за все грехи, положил душу свою, Иисус, Господь. Приходите в любую церковь, которая вам по душе, где изучается Библия, Слово Божье, баптистская церковь, пятидесятническая. Главное – спасти свою душу. Все люди умирают, потому что написано в Библии, все согрешили, лишены славы Божьей. Душа грешная и тело умирает, но самое главное, чтобы душа светилась Богом и жила вечно на небесах. Это самое главное, чтобы человек не увидел тления, а был с Богом на небе. Там не будет ни слез, ни болезней, ни работы, ничего не будет проклятого. Одна жизнь и слава. Я вас поздравляю с днем рождения, желаю вам любви, а любовь только в Боге, и любить ближнего, как самого себя. Аминь! Спасибо!